На Советской площади заработало табло, на котором жители могут прочитать какую-либо важную информацию, а также узнать о погоде. Несколько лет табло не работало, и вот вновь бежит строка. Там же проводятся работы по замене тротуарного камня, а к Дню города обещают обновить почетную доску. Все фотографии предстанут перед горожанами в новом дизайне. А у Тимоховского пруда вот-вот расцветет великолепным цветом панно. Сегодня с утра там начались работы, но обещают закончить быстро, чтобы порадовать видновчан красотой цветочных узоров.